Добрый вечер, дорогие друзья. В современную эпоху, когда глобализация чересчур широко раздвигает границы, стирая их порою до основания, очень важно сохранить собственную этническую идентичность. Очень важно сохранить осознание себя представителем той или иной культуры. И, конечно же, в этом процессе необходимо умение общаться с людьми самых разных стран, самых разных культур. Дипломатическое общение – залог развития каждой страны и всего человечества в целом. И сегодня с нами будет беседовать замечательный, долгожданный гость передачи «Избранный». Человек, конечно же, особенный, избранный в своем деле, генеральный консул Республики Франция в Казахстане месье Патрик Ренар. Добрый вечер, Патрик. Добрый вечер. Очень рады мы с Антоном видеть вас на нашей передаче, в нашей студии. Спасибо, что уделили время и пришли. Необходимо, конечно же, говорить с такими людьми, как вы, с дипломатами, о состоянии современной культуры в наших странах и во всем человечестве, потому что темы очень остроактуальны. Как вы, Антон, считаете? Угу. Очень, очень. Что связывает Францию и Казахстан? Я думаю, что есть много вещей, которые связывают Францию и Казахстан. Я считаю, что существует очень много вещей, которые связывают Казахстан с Францией. Il y a peu de gens qui savent que en 1966, le général de Gaulle est venu à Baïkonour sur le territoire du Kazakhstan quand c'était encore l'Union soviétique. Очень многие знают о том факте, что в 1966 году генерал де Голль был в Казахстане, он посетил Байконур. C'était évidemment l'Union soviétique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui accompagnaient le général de Gaulle et qui se souviennent encore de cette période. Да, это была эпоха Советского Союза, и я полагаю, что еще есть достаточное количество людей, персон, которые сопровождали его в этой поездке и, в общем-то, вспоминают об этом и помнят об этом факте. Et pour continuer sur le général de Gaulle, comme vous le savez, c'est lui qui a fondé la 5e République. Et la Constitution française. Как бы продолжая говорить о генерале де Голле, следует отметить, что это он был у истоков образования Пятой Республики Франции, который является одним из зачинателей Конституции Франции. Et comme vous le savez, au Kazakhstan, 75% de votre Constitution est fondée sur la Constitution française. И как вы знаете, что в Казахстане Конституция Казахстана представляет собой 75% Конституции Франции. Да, в свое время ее предложил профессор Ибрашев, который как раз-таки занимался продвижением культуры Франции в Казахстане. Et donc il y a de nombreux députés français qui sont venus à l'époque de l'indépendance du Kazakhstan. Pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette constitution. Во время первых лет независимости Казахстана достаточно большое количество французских депутатов, которые посетили и посещали Казахстан и принимали участие в выработке Конституции Казахстана. Et donc nous avons le même régime que le vôtre, ou vous avez le même régime que le nôtre, qui est un régime présidentiel. Вы имеете тот же конституционный режим, что и Франция, то есть это президентская республика. Il n'y a pas beaucoup de républiques en Europe qui ont le même régime, la plupart ayant un régime parlementaire et non présidentiel. И на сегодняшний день в Европе не так уж много стран, европейских стран, которые имеют президентскую форму правления. В основном это все-таки парламентская форма правления. А какие же это страны все-таки с президентской формой правления? Les régimes qui sont fondamentalement présidentiels, vous avez le régime américain, qui est aussi d'ailleurs la constitution américaine, je ne sais pas si vous le savez, qui a été créée par George Washington en 1776, et fondée sur le modèle français,
Le modèle de la Révolution française est fortement influencé par Лафайетт. Из стран, у которых имеется президентская форма правления, я могу, допустим, процитировать американскую форму правления. Данная конституция, американская конституция, была принята в 1776 году при правлении Джорджа Вашингтона. И она по своей форме, она опиралась на французскую конституцию, на французскую революцию. C'est ce qu'on appelle chez nous la première constitution, en fait. А во Франции это называется первая конституция, конституция революции. La première république. Это была эпоха первой Республики. Maintenant, nous sommes à la 5e République avec depuis le général de Gaulle. И если сейчас у нас уже идет 5-я Республика, Франция переживает эпоху 5-й Республики. Скажите, как давно тянется ваша миссия в Казахстане? Donc je suis là depuis 2013, donc ça fait 4 ans et demi que je suis ici au Kazakhstan. Mm-hmm. Et normalement, ma mission devrait se terminer en septembre de cette année. Я могу сказать уже 4,5 года, и моя миссия должна закончиться в сентябре этого года. Буквально вот-вот. Да. Вот, ну, такой порядочный срок, чтобы уже составить какое-то свое мнение о стране. Как вы думаете, почему Казахстан выбрал именно вашу форму правления? Почему именно ваша модель французская? Je pense que c'est un modèle qui est fondé sur la verticalité, où le président est élu par le peuple et il représente l'autorité parce que le peuple l'a élu. Я считаю, что данная модель, которая строится вертикально. Это народ, который выбирает президента, и президент, который, в общем-то, является выборным лицом от народа. Et ce qui fait en fait le point commun entre le Kazakhstan et la France, c'est que nous-mêmes dans notre histoire, nous avons besoin de leaders qui montrent le chemin. Comme Наполеон, par exemple, dans l'histoire, ou Général де Голь. Я считаю, что точка соприкосновения или общая точка между Францией и Казахстаном заключается в том, что оба народа нуждаются в лидере. И, допустим, как у нас Наполеон или Генерал де Голь. Лидеры нации. Et nous estimons que une fois que le président il est élu par le peuple, il a toute l'autorité pour mener les réformes. Alors que dans les régimes parlementaires, il est très compliqué souvent d'obtenir des réformes. Le gouvernement est souvent instable parce que vous devez tout le temps bâtir des coalitions politiques. Le président, избранный народом, он имеет более широкие возможности для организации, для проведения реформ политических или социальных. В то время как во время парламентской формы правления здесь несколько возникают достаточно большие сложности. То есть правительству надо как-то лавировать между коалициями, между оппозициями, которые существуют при парламенте. Патрик, вы уже почти 5 лет живете внутри Казахстана и общаетесь с местными жителями, дружите, вы уже, так скажем, познали нас изнутри и можете ответить с легкостью, я уверена, на мой вопрос. В чем же сходство и различие между французским народом и казахстанским народом? То, что нас сближает, это наше внимание, которое мы уделяем туре. C'est important parce que il y a beaucoup de pays qui sont jeunes. Le vôtre est jeune, mais il a une histoire très importante, qui n'ont pas cette orientation vers la culture et vers les traditions, comme la culture américaine, par exemple. Многие страны, они достаточно молодые. Вы тоже, как независимое государство, Казахстан достаточно молодой, но мы обладаем достаточно такой хорошей, развитой историей. И поэтому, как говорится, нам это помогает. Да. La différence avec la culture américaine, c'est qu'ils ont une histoire beaucoup plus récente et moins d'attention sur les traditions, les ancêtres, ce qui s'est passé. Если даже мы сравним историю казахстанскую, казахскую историю с американской,
то в данном случае следует отметить, что у нас в Казахстане большое внимание уделяется традициям, истории, в общем-то, прошлому. В то время как в американской культуре этому не уделяется особого внимания. Et je pense que c'est important parce que ce qui nous rapproche aussi avec le Kazakhstan, c'est que contrairement à la culture américaine qui est fondée sur l'individualisme, le Kazakhstan et la France donnent plus d'attention à la sphère sociale en général, aux projets sociaux, à la solidarité intergénérationnelle entre les générations et les projets qui peuvent donner plus de cohésion à la sphère sociale. То, что нас разнит от американцев, у американцев, можно сказать, у них присутствует индивидуализм, то есть каждый сам за себя, в то время как у французов и у казахстанцев, наоборот, мы как бы более солидаризированные. Мы уделяем больше внимания социальному аспекту. Мы уделяем гораздо больше внимания, особенно вы уделяете в Казахстане, именно связи и работе с молодежью, с поколениями. Связь поколений, она непрерывна у казахстанцев. La différence que je vois maintenant, c'est qu'il y a certaines choses qui se sont perdues en France que vous avez gardées. Par exemple, le sens de l'hospitalité, un hôte est très important, d'où qu'il vienne, tradition nomade certainement, mais chez nous ça existait également qu'on devait recevoir les personnes, c'était le cas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où on devait recevoir qui que ce soit dans sa maison et lui donner tous les honneurs nécessaires. Et ça s'est perdu. Chez vous, l'hospitalité, vous l'avez gardée. И различие заключается в некоторых вещах. Так, например, гостеприимство. Черта вот этого гостеприимства, она присуща во многом и всегда казахстанскому народу. То есть это проистекает от этих вот номадских традиций, традиций кочевников. В то время как у нас данная черта, то есть гостеприимство, она существовала, так скажем, до Второй мировой войны. Сейчас же вот это вот чувство гостеприимства стало исчезать. Практически, можно сказать, исчезло. А в чем причина? Да. Je pense que le modèle américain, le modèle individualiste aussi, est arrivé en Europe occidentale et influence beaucoup les valeurs et que les gens sont devenus moins attentifs aux autres que ce n'était auparavant. Et souvent, les liens familiaux entre les parents et les enfants sont plus distendus parce que les gens sont plus mobiles aussi en termes de travail. Ils sont obligés d'aller dans d'autres endroits, quelquefois à l'étranger, quelquefois dans d'autres régions. Et ce sens s'est perdu à cause de cette nouvelle valeur du travail, cette concurrence sur le marché du travail qui est beaucoup plus importante. On ne connaissait pas le chômage en France jusqu'aux années 60. Et maintenant, c'est une réalité. Et donc, cette lutte, elle est devenue plus individualiste. Chacun pour sa peau, d'une certaine manière, et pour défendre ses valeurs, ses compétences et son intégration dans la société. Я полагаю, что французы где-то растеряли вот это чувство гостеприимства, следуя индивидуализму американцев, с одной стороны. То есть здесь можно сказать, что индивидуализм американцев повлиял не только на французов, но и на все население Западной Европы. И вот эти вот связи между родителями и детьми во Франции становятся менее ощутимы. Почему? Потому что в связи вот со сложившейся ситуацией
французы, многие французы ищут новые места работы в других странах, То есть, если до 60-х годов, скажем так, во Франции практически не было безработицы, то сейчас, как говорится, можно сказать, пик безработицы, и многие французы вынуждены покидать Францию в поисках, так скажем, работы, в поисках лучшей жизни. И в данном случае мы можем говорить, что вот этот индивидуализм проявляется в том, что каждый борется за себя, за свое место под солнцем, вот так вот, если говорить метафорически. Mm-hmm. То есть вот индивидуальность проявляется в этом. Каждый за себя. Mm-hmm. А почему? Почему произошел этот пик? Parce que après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu donc une reprise, on a dû reconstruire le pays. Donc évidemment, on a même invité beaucoup de communautés étrangères. Mm-hmm. Beaucoup d'immigrés sont venus après la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 60. Il y a eu une décolonisation d'ailleurs hein, qui s'est opérée parallèlement. Donc on a invité beaucoup de gens d'Afrique à venir aussi, parce qu'on n'avait pas suffisamment de main-d'œuvre pour reconstruire le pays. Le pays a été détruit mm-hmm. après la Seconde Guerre mondiale. Et après, dans les années 60, et notamment surtout les années 70, à partir des années 70, vous savez, c'est le grand choc pétrolier. En 1973, précisément. Et il y a eu, effectivement, après cette expansion, cette croissance, il y a eu une stagnation de l'économie. Et il y a eu, effectivement, des personnes qui ne trouvaient plus leur place sur le marché du travail. После Второй мировой войны, как вы знаете, Франция была разрушена. И Франция, можно сказать, открыла двери для иммигрантов. И это была эпоха деколонизации. Вы знаете, что некоторые африканские страны были колониями Франции. И сейчас, получив эту свободу, французы начали, французское правительство начало их приглашать. Для чего? Для восстановления страны. В общем-то, в 1973 году произошел своего рода нефтяной шок. Угу. Нефтяной шок после вот такого вот взрыва, расцвета, началось своего рода в экономике произошла стагнация. То есть мы увидели, мы присутствовали при замедленном росте экономики. И, в общем-то, это является одной из причин подобной ситуации во Франции. По поводу эмиграции. По поводу мигрантов. Высказываются все с разных точек зрения. И кто-то хвалит о том, что ну, зато у нас есть вливание новой крови. Mm-hmm. Кто-то наоборот говорит, что мельчает сразу mm-hmm. Франция, когда так много мигрантов. Как сейчас происходит? Ну, какое отношение к иммигрантам теперь во Франции? Je pense que de toute façon, dans toute l'histoire du monde, et quels que soient les pays, les migrations sont une chance et une nécessité. Я считаю, что с любой точки зрения, какая бы ни была страна, иммиграция является... Une opportunité, une chance. Да, является определенным шансом, определенным выходом. Pourquoi? Parce que c'est une richesse, ça permet d'avoir, de pouvoir attirer d'autres cultures, d'autres mentalités, mm-hmm. d'autres expertises. Потому что это, в общем-то, своего рода богатство, потому что тем самым прибытие новых тех или иных иммигрантов говорит о том, что вы познаете новую культуру, новую цивилизацию. А maintenant on va prendre le revers de la médaille, l'autre côté de la médaille. Если мы посмотрим с другой стороны медали. Alors, effectivement, les migrants, ils doivent être maintenant attendus, désirés, et il faut que eux-mêmes puissent s'intégrer à la société dans laquelle ils vivent. Если мы посмотрим с другой стороны, то иммигранты, они должны быть вот в настоящее время их, они должны быть ожидаемы, приветствованы в той или иной стране, но в свою очередь они должны синтегрироваться, стать частью этой страны. Не просто чувствовать себя иммигрантом, а принять с уважением, но принять с уважением те традиции, ту культуру, в которую они прибыли. Вот именно на это больше всего и жалуются вот коренные французы, и, ну не только французы, да, это mm-hmm. проблема Европы. Ce problème n'existait pas jusque, justement, on en parlait tout à l'heure, jusque dans les années 60-70, mm-hmm. parce que l'immigration était choisie. On souhaitait effectivement avoir plus de migrants qui viennent en France.
pour restaurer le pays et chacun avait un travail. Mm-hmm. Et l'intégration, elle se faisait par le travail. Да, в принципе, как я и говорил, до 60-70-х годов иммиграция была, так скажем, в порядке вещей. Иммигрантов приглашали для восстановления страны. Их ожидали, их приветствовали прибытие тех или иных иммигрантов. То есть это было, как говорится, в порядке вещей. И les Français et les immigrés vivaient dans les mêmes quartiers à l'époque. Faut pas oublier ça. И в те времена, 60-70-е годы прошлого века, и французы, и иммигранты жили, в общем, так скажем, в одном и том же квартале, в одном и том же департаменте, квартире, как это. И, comme je l'évoquais tout à l'heure, à partir des années 70, a commencé une période de stagnation de l'économie et donc entraînant de plus en plus de chômeurs. Et les premiers à être visés, évidemment, c'était les immigrés. И, как я уже отметил, вот уже с конца 70-х годов начинается, мы видим замедление развития экономики, то есть происходит процесс стагнации. И, естественно, возникает проблема безработицы. И в первую очередь эта проблема коснулась иммигрантов. Voilà. Plus des Français qui n'avaient plus de travail, par l'intermédiaire des populistes, ont stigmatisé les immigrés en indiquant que c'est eux qui leur prenaient le travail. Кроме того, французы, которые остались в эту эпоху без работы, они считали, что это иммигранты, которые являются причиной их безработицы. Et ça a été stigmatisé aussi par les mouvements populistes. Le Front National a été créé dans les années 70, en 72 exactement. Le mouvement d'extrême droite et les mouvements d'extrême gauche aussi populistes ont été créés dans ces années-là. Juste après 68, 1968, qui est chez nous considérée comme la révolution culturelle. И, в общем-то, французы, сами французы, которые остались без работы, обвиняя в этом иммигрантов, они как бы были поддерживаемы вот этими популистскими движениями. И именно в эту эпоху, в 72-м году, как вы знаете, возник Национальный фронт. Mm-hmm. То есть это... Жан-Мари Ле Пен. Да, Жан-Мари Ле Пен, который, в общем-то, был своего рода негативно настроенный против иммигрантов. Кроме того, в 68 году это была эпоха культурной революции, которая тоже оказала достаточно большое влияние на ситуацию. И именно в 70-х годах стали также возникать крайне левые партии, оппозиция, которая точно так же начала выступать против иммигрантов. И, pour terminer le raisonnement, maintenant, on en est à la deuxième ou troisième génération d'immigrés. C'est-à-dire la première génération étant désirée, avait un travail, avait un logement, était intégrée et leurs enfants allaient à l'école. Mm-hmm. La deuxième génération s'est retrouvée, deuxième génération, qui n'était pas née dans leur pays d'origine, mais qui était née en France, ne se sentant ni français, ni de leur pays d'origine, donc déracinée, ne trouvant pas de travail, et se sentant exclu de la société. На данном этапе у нас происходит, что во Франции живет уже третье поколение иммигрантов. Первое поколение иммигрантов, их ожидали. У них была работа. Они были обеспечены работой. Они были обеспечены жильем. Второе поколение, они родились во Франции, но не в своей стране происхождения, допустим, не в Марокко, не в Алжире. То есть они были без корней, у них не было корней. И на данном этапе мы присутствуем при рождении третьего поколения иммигрантов. Qui n'ont pas eux-mêmes de modèle, puisque les parents ne travaillent pas. Да, перед глазами которых нет модели, потому что их родители, первое поколение, в настоящее время не работают. Их, допустим, второе поколение, они находятся в таком полуподвешенном состоянии. Для всего постсоветского пространства все равно Франция, Париж – это романтика.
Все говорят про то, что никто не снимает кино лучше про любовь, чем французы. И комедии в том числе. И комедии. Как сейчас обстоит дело с французской культурой? Je pense que ce qui est important, effectivement, vous avez une image de la France que beaucoup de pays ont. C'est cette image du romantisme de Paris, de l'art de vivre à la française. Mais il ne faut pas oublier aussi, je crois que c'est important, qu'on ait une grande puissance aussi technologique, qu'on a des TGV qui vont très vite, qu'on a des avions. Airbus, qu'on a également beaucoup de start-up technologiques, on est très fort en électronique et dans d'autres domaines. Donc la culture française, souvent on a une culture qui est un peu, je trouve, à l'étranger, qui est un peu réduite, qui est sympathique, hein. La gastronomie, l'art de vivre à la française, les monuments, notre histoire, les modes, le parfum. Ça, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier aussi le deuxième versant. La culture française, c'est aussi une culture moderne. La française culture представляет собой image. Такой вот романтический image. Но нельзя забывать, что Франция является такой сильнейшей державой, как в плане, допустим, разработки скоростных поездов ТЖВ, Airbus, либо Франция занимает одно из ведущих мест в области электроники. Да, у многих сложилось впечатление, что французская культура достаточно симпатична, и многие воспринимают французскую культуру как через гастрономию, через моду, через бижутерию, через парфюм и так далее. Но нельзя забывать вот именно сильную сторону. И мой роль – это de garder, de conserver cette image du passé, qui est très sympathique, aux yeux de beaucoup d'étrangers, mais aussi de montrer qu'il y a une image de modernité. On ne doit pas rester seulement sur le passé, il y a aussi l'avenir et il y a le futur. Et la France aussi va de l'avant, on a des entrepreneurs, on a des scientifiques, on a... Est-ce que vous savez par exemple que la France est le deuxième pays après les États-Unis qui reçoivent le plus de médailles Fields qui gratifie les meilleurs mathématiciens, par exemple. Моя роль заключается не только вот в поддержании имиджа Франции, вот именно такого гастрономического, модного и так далее, очень симпатичного, но также в том, чтобы показать и будущее, настоящее будущее нашей республики. То есть Франция богата своими научными открытиями. Во Франции очень много деловых людей, которые продвигают, в общем-то, продвигая науку, они продвигают тем самым и культуру. И нельзя забывать, что Франция занимает второе место после Соединенных Штатов по... Медаль Филдс. Своего рода Нобелевские премии в области математики. Серьезно. А как богата ваша история на литературу, на гениальные литературные имена? Et bien sûr, comme le dit Karina, également la littérature française est mondialement connue. Et comme l'a заметила Карина, естественно, французская литература она всемирно известна. И меня потрясло, я недавно вернулась из Кан, развитие Франции в области квантовой медицины. Как президент жюри Евразийской премии в Ницце, в собственной клинике, наградила Евразийской премией выдающегося профессора доктора Эрика Куанта-Ранема. Вот, это очень выдающий специалист, он живет в Монако, но практикует в Ницце. И многие, в том числе и семейство Гримальди, у него являются клиентами. То есть я, конечно, восхищена достижениями Франции в медицине, с очень современными достижениями. Тяжело ли быть консулом? Ce n'est pas facile quand on doit refuser un visa. Мы даем отказ в выдаче визы. А вот, месье, это как раз причины. Почему? Зачастую ведь без объяснения причин отказа. D'abord, je vous rassure, le pourcentage de refus pour obtenir un visa Schengen pour aller en France, il est très faible, c'est 3% au Kazakhstan. Я хотел бы вас заверить, что процентная составляющая отказов в нашем консульстве составляет всего 3%. По сравнению с тем, как в Алжире, это 48% отказов. Но все-таки, если отказываете, почему?
Pourquoi? Bah, tout simplement, oui, c'est pas un secret. Hein. Non, c'est une secret. Première possibilité, votre dossier est incomplet. C'est-à-dire, tous les documents que vous devez fournir n'ont pas été fournis. В первую очередь, досье, которое вы представляете для выдачи визы, оно неполное и, в общем-то, не хватает там массу документов. Deuxièmement, ce qu'on appelle un détournement de procédure. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez y aller pour le business, mais vous demandez un visa touristique. Вторая причина, допустим, вы хотите, у вас деловая поездка, но вы почему-то подаете на туристическую визу. Voilà. Mais je vous rassure, quand on donne un refus, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas redéposer votre dossier. Но я заверяю, что когда вы получаете отказ, это не значит, что вы не имеете права подать заново досье, представив нужные, честные, правдивые документы. Tout simplement, en fait, la personne qui reçoit un refus, c'est une personne qui ne respecte pas les règles, tout simplement. Тот, кто получает отказ в визе, это тот человек, который не следует тем требованиям, которые предъявляются к досье для выдачи визы. А еще какие причины? Вот вы только начали про отказы по визе. Антон, вам уже проблемы. Отказывали, что ли? Нет, я не про визу. Я про именно сложности быть консулом. Вы редко бываете у себя на родине? J'y vais une ou deux fois par an, pas plus, parce qu'on a beaucoup de travail ici. Я обычно посещаю один или два раза Францию, но почему? Потому что слишком много работы здесь. Как дело обстоит с литературой? Сейчас во всем мире книга переживает кризис. Книжный бизнес опускается потихонечку. Читают мало. Таких бумажных книг покупают мало. А во Франции? Также или какие-то есть отличия? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le marché du livre numérique n'a pas tué le livre papier en France. N'a pas tué? Non. Интересно то, что, в общем-то, рынок, вот этот цифровой рынок, он не убил бумажный рынок. Pourquoi? Parce que chez nous, les gens sont attachés à avoir un livre papier. Почему? Потому что у нас во Франции люди привязаны иметь, в общем-то, бумажный вариант книги. Et donc en fait, si on regarde sur l'ensemble du marché du livre, depuis l'introduction du livre numérique, il y a une progression du marché du livre de 30%. И если вы сейчас сравните и увидите вот эти вот сравнительную таблицу, то в течение 5 лет мы видим, что уровень вот этой вот книг вырос на рынка книг вырос на 30% в течение 5 лет в связи с введением вот этой вот цифровой книги. Par contre, ce n'est pas le cas du marché du disque du tout. Ce n'est pas le cas du marché du disque. Но это речь не идет о рынке дисков. Parce que le disque en fait n'a pas la même valeur. Les gens ont une valeur forte du livre papier, de l'objet. Finalement. То есть почему? Потому что для людей вот именно ценность представляет вот этот вот книжный вариант книги. Et donc, бумажный вариант книги. Moi-même, j'achète, je continue à acheter des livres papier et j'achète des livres aussi électroniques. Что касается меня, я продолжаю покупать именно книги и покупать электронный вариант. Par contre, si je veux acheter une chanson, si je veux acheter un disque, je vais le faire par Internet, sur les plateformes. Je ne vais pas forcément aller dans un magasin acheter le disque. La consommation est différente. Допустим, если я хочу купить, допустим, диск какой-нибудь вот с песнями, я иду, в общем-то, на своего рода интернет-платформу, я не иду в магазин, не ищу. Et il y a un gros effort qui a été fait en France contre le piratage, très important. Да, и достаточно большая работа, серьезная работа проведена во Франции, кроме против вот этого вот пиратских изданий. Parce que quand on a commencé à lancer le livre électronique, il y a beaucoup de plateformes illégales qui permettaient d'avoir à sa disposition
тous les livres possibles et imaginables. И почему? Потому что когда начали вводить, в общем-то, вот эти вот электронные платформы, там, где можно было купить интернет-магазины, так скажем, да, там, где можно было бы купить вот эти вот книжные варианты или электронные варианты книг, то возникло очень много ложных таких, да, пиратских изданий, где можно было приобрести все. Дешевле, да? Да, дешевле и, наверное, бесплатно. Бесплатно. Или бесплатно. Ça peut être aussi gratuit, parce qu'ils utilisaient, en fait, des réclames. Да, да, это, в общем-то, не совсем бесплатно, но достаточно умеренная цена. Почему? Потому что им нужно было тоже проводить рекламу и прочее, прочее. Et maintenant, on peut, grâce aux livres électroniques, télécharger tous les livres qui ont plus de 70 ans d'âge. Parce que chez nous, le droit d'auteur, c'est 70 ans pour les livres. И вот благодаря электронным книгам сейчас мы можем как бы закачать книги 70-летней давности, потому что бесплатно. Бесплатно, потому что у нас вот этот вот авторский срок 70 лет права автора. C'est-à-dire que tous les livres qui ont été écrits avant 1948, on est en 2018, ils sont gratuits. Gratuits. Avant 1948. Ouais. То есть все книги, которые были написаны до 1948 года, они бесплатны. Как обстоит дело с премиями литературными? Sur les les prix qui existent en France, ils ont une grosse influence sur les tirages. Quand quelqu'un obtient le prix principal chez nous, c'est le prix Goncourt. Non. Выдачу, так скажем, литературной премии влияет тираж. Допустим, премия братьев Гонкур. И если ему присуждают премию Гонкур, он может продать 100 тысяч. 100 тысяч. То есть именно, да, именно благодаря вот très тому, important. Что он D'ailleurs, имеет эту премию. Nous, это достаточно важно. Chez nous, les livres sont vendus dans tous les supermarchés. Tous les supermarchés de France, vous avez des livres. У нас книги продаются во всех супермаркетах, магазинах, да, везде абсолютно. Кого больше читают, а французских писателей или переводных? Il y a les deux, en fait. Да, On considère que principalement les gens lisent plutôt des auteurs français. Parce qu'ils sont plus populaires, parce qu'on les connaît, parce qu'il y a aussi pas mal d'émissions aussi télévision qui font la promotion de ces auteurs. Mm-hmm. Et l'autre moitié, ce sont des auteurs étrangers. Mais la question plus intéressante, moi je la pose moi-même, c'est quel genre de littérature on lit maintenant? В основном читают французских авторов. Почему? Потому что они более известны, потому что идет достаточно большая реклама везде и повсюду, и по телевизору, и по радио. Но что касается иностранной, то гораздо меньше. Voilà. Et en fait, la vraie question ici, c'est pas tellement sur l'origine de l'auteur, c'est plutôt le genre. Mm-hmm. Et le genre qui est le plus lu en France maintenant, c'est le polar, le roman policier. В общем-то, речь идет не о происхождении, допустим, автора в данном случае, а, в общем-то, о жанре. И более читаемо это у нас полицейские такие романы. Но теперь у вас еще и фэнтези прибавится. Вот Галину Рашидовну перевели книгу «Хранители пути», и теперь во Франции будет она. На днях выйдет моя книга в издательстве «Шерше Миди», «Хранители пути», по которой фильм мы сняли, и мюзикл ставили уже. Вот, слава богу, перевели. Ваше видение, как все-таки молодому поколению Франции, Казахстана находить себя в таком многообразии свободы выбора, которую предоставляет мир, современный мир? C'est certain que l'impact de la globalisation, ça vous donne aussi plus de choix, mais il faut pour pouvoir choisir avoir tous les repères nécessaires. Et pouvoir s'orienter dans la masse d'informations que l'on voit tous les jours et la masse de différentes influences sur lesquelles il faut choisir. Для определения того или иного пути необходимо иметь своего рода определенные точки
опорой. Необходимо как бы сориентироваться во всем этом мире. И существуют различные влияния, различные течения, которые могут повлиять на ваш выбор. Но нужно, я так думаю, просто-напросто найти свою точку опоры и ориентироваться. Chez nous, il y a un apport dans l'éducation qui est important, que je voudrais noter, et qui est important justement pour la construction des jeunes. У нас имеется, в общем-то, определенная основа в плане образования, которая играет достаточно большую роль, в общем-то, в воспитании молодежи. C'est la réflexion sur son propre apprentissage. C'est apprendre à apprendre. C'est la réflexion sur son apprentissage. Sur la façon то dont on apprend, речь идет dont on о comprend само, le monde, etc. Самообразовании, когда идет самообразование, самопознание, когда мы изучаем, продолжаем постоянно чему-то учиться. C'est ce qu'on appelle les sciences cognitives. То есть это когнитивные науки. Chez nous, d'ailleurs, on enseigne aux élèves la philosophie. У нас, в общем-то, ученикам преподают философию. Et pas à l'université, mais à l'école. Не в университете, а в школе. Ouais. On apprend aussi l'éthique et la morale. Да, также введены предметы этика и мораль. C'est important parce que ça donne des valeurs, ça donne des repères. Да, почему? Потому что это необходимо, это важно, потому что это дает какие-то точки отправления. Et on insiste beaucoup sur la réflexion et sur la rhétorique, c'est-à-dire chaque jeune doit être capable de défendre son point de vue, de pouvoir l'argumenter et éventuellement de persuader l'autre que son point de vue il est réel. Il y a beaucoup d'exercices comme ça. Ага, и очень большое внимание уделяется тому, что у нас проводится, вводится достаточно много этих упражнений, которые нацелены на то, чтобы на раздумье, на какую-то на риторику. И ученики, в общем-то, образование нацелено на то, чтобы научить учеников думать, размышлять, рассуждать. И donc, il y a exercice concret. On analyse un texte, on commente un texte et on disserte sur un texte ou sur une idée. À l'oral ou à l'écrit. Вот, допустим, у нас конкретный пример. Вводится такой вот анализ, берется текст, его анализируется, интерпретируется, и, в общем-то, описывается, делаются выводы из прочтения и обсуждения того или иного текста. То есть наука, которая способствует развитию мышления уже у учеников школы. Donc c'est sur la culture générale, ce qui permet d'avoir une ouverture sur les autres littératures, les autres civilisations, les autres cultures et les idées qui sont répandues non seulement dans la philosophie occidentale mais orientale aussi. Pour avoir un maximum d'ouverture d'esprit. То есть универсальная всеобщая культура предполагает, что у студентов появляется вот это вот понимание, или они, и перед ними как бы раскрывается всеобщая культура, культура других цивилизаций, культура других народов, и они имеют своего рода такое глобальное получают глобальное образование. Et tous les examens et les concours sont fondés sur ces méthodes. И все экзамены, они базируются именно на этой методике. Насколько человек, студент способен анализировать и думать, да? То есть фактически измеряется степень умения мыслить. Chez nous, en fait, la forme que va prendre sa réflexion est aussi importante que ses connaissances académiques. Chez nous, on insiste beaucoup sur la forme, comment analyser les idées, comment les classer et comment les ordonner de façon logique pour que, effectivement, ça fasse un discours construit. On insiste beaucoup sur la forme. Большое внимание уделяется форме представления, не только на самом содержании. Почему? Потому что если мы возьмем академическое образование, то оно уделяет большое внимание именно содержанию,
А у нас, получается, мы кроме содержания уделяем большое внимание форме представления, mm-hmm. форме выражения того или иного той мысли. Parce que ça date de la logique cartésienne, en fait, de Descartes. Mm-hmm. Ça vient de là, chez nous. Au XVIIe siècle, il y avait déjà cette logique cartésienne, et ça se retrouve dans l'éducation. У нас это идет, как говорится, проистекает еще со времен Декарта, 17 века. То есть это логика Декарта, на которую мы базируемся, и которая, в общем-то, имеет место быть и сегодня. Ce qu'on appelle le raisonnement dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire, mm-hmm. je donne un premier argument, je trouve un contre-argument et je regarde comment est-ce que je peux mêler les deux. То есть, да, это базируется, вначале вам дается какой-то тезис, вы должны привести антитезис к этому и потом, в общем-то, соединить и представить в виде синтеза. Гегель. Это mm-hmm. триада. Mm-hmm. И самый последний все-таки вопрос, месье Патрик. Что первичнее, на ваш взгляд, дух или материя? Qu'est-ce qui est plus important, la matière ou l'esprit? Primordial, pas important, mais justement, qui occupe la première place? Je pense que l'esprit sans la matière et la matière sans l'esprit ne sont rien. Я считаю, что дух без материи и материя без духа не существует. Parce que le matérialisme, ça vous aide effectivement à faire des choses concrètes, à être pragmatique par rapport aux éléments que vous avez. Et le spirituel, il est important parce que l'homme, il a toujours envie de progresser. Et ce n'est pas le matérialisme qui va le faire progresser parce qu'il sera attiré vers la terre et vers les choses terrestres. C'est la spiritualité qui va lui permettre de dépasser les réalités objectives qu'il pourra rencontrer. Я хотела бы сказать, что действительно человек в первую очередь он прагматик, но тем не менее без вот этого вот духовного своего развития он как бы не существует. Puisque ça, c'est-à-dire, il n'arrive pas à dépasser les. C'est-à-dire que c'est justement cette attraction spirituelle qui lui permet de dépasser en fait cette réalité et d'inventer de nouvelles choses, d'inventer un nouveau monde. Et именно духовность позволяет как бы перешагнуть вот эту свою прагматику. И именно духовность, она дает нам толчок к развитию всего того, что нас окружает. Parce que si on ne croit pas en quelque chose ou en quelqu'un, on n'avance pas, если on ne vit pas. Если мы не верим во что-то или в кого-то, естественно, не может идти речь о каком прогрессе. Parce que la matière, elle est morte. Почему? Elle est morte. Потому что l'esprit, материя, il est vivant. Материя, она безжизненна, она мертворную, очень насыщенную беседу, важную. Мы затронули важные темы. Я надеюсь, наши телезрители тоже задумаются о глобальных вещах в их жизнях, потому что нет маленькой жизни, любая жизнь наполнена глобальными смыслами. Я желаю вам здоровья, процветания, интересных дальнейших миссий, работы с интересными людьми, и чтобы все ваши планы реализовывались даже лучше, чем вы можете себе это пожелать. Мир постоянно меняется. Время летит. Меняемся мы сами. Перемены – это суть жизни. Но чтобы перемены шли в правильном направлении, нужно постоянно сохранять осознание себя, своей этничности, осознание своих целей и корней, будущего, прошлого, настоящего –